Домашние животные – это неотъемлемая часть нашей жизни. Они приносят нам радость, а также помогают развивать такие ценные качества, как ответственность и забота о братьях наших меньших. И в последние 5 лет численность владельцев домашних питомцев в России постоянно растет. Именно поэтому специалисты, которые моют, стригут, заботятся о питомцах, становятся все более востребованными в Твери и области. Все большую популярность приобретают уходовые процедуры и занятия с кинологом. Тем продолжит наш корреспондент. Путь к красоте у братьев наших меньших лежит через добрый дом. Здесь трудятся специалисты, осуществляющие комплекс гигиенических и декоративных процедур по уходу за внешним видом питомца. И называется эта процедура груминг. Мы сделали гигиену, то есть собачку помыли с профессиональным шампунем, нанесли кондиционер. Собачка немножко постояла, затем мы смыли. Далее мы высушили. Вычесали, постригли коготочки. Нужно приложить максимум усилий, чтобы получился эстетически классный результат. Владельцы собак не только следят за тем, как обеспечили в добром доме надлежащий уход. Важно, чтобы питомец остался доволен. Нас встречают вовремя всегда. Мастер принимает малыша, слушает все, что нам надо сделать. Все исполняет. Ребенок красивый. Каждый месяц мы ходим, получаем то, что нам надо, будем впредь ходить. Есть еще в добром доме кинолог, который проводит курсы по док-фитнесу, нозворгу, это игра, позволяющая раскрыть поисковые таланты собаки, и курсы по послушанию. У нас есть курсы групповых занятий, где мы занимаемся с собачками группой. 4-5 собачек в группе, они социализируются, общаются между собой, изучают основные команды. И есть индивидуальные занятия, где конкретно занимаемся с собакой по общему курсу дрессировки. Таким образом, жизнь собакой становится комфортной. А секрет успеха зоосалона у питомцев и их хозяев оказался очень прост – в любви к кошкам и собакам. Нам 2 года в этом году исполнилось. Мы получаем от этого огромное удовольствие от наших гостей и мохнатых, и их хозяев. Нам удалось собрать очень классную команду, у которой хобби превратилось в работу. Именно поэтому ребята работают с кайфом, с огоньком, поэтому у них все получается. За хорошее поведение в добром доме всегда найдется вкусная натуральная еда, игрушки, костюмчики для прогулок, красивые лежанки и домики. Владельцы с удовольствием балуют своих питомцев, а те с радостью бегут в этот зоосалон, который находится на Эрнста Тельмана, 21. Телефон 8 900 017 40 40.